Blender 2.79, и в этом ролике добавим гранату, чтобы она убила вот этого противника нашего, красного танка. Что делаем? Shift A, добавляем обезьяну, monkey, и единица на нампаде, можно ее немножко отвести куда-нибудь в бок. Вот сюда, вот так вот. Можно сделать гранату или динамит. И здесь уже, чтобы он крутился, вертелся, его подбирать. Он может появляться после того, как патрон долетит, допустим, до танка. В него появляются потом разные вот эти вот все значки. Сделать как в танках в Денди. Картинками можно сделать. И вот что нужно сделать. Вот обезьяне, ну, типа динамиту нашему. Давайте поставим, добавить игровое устройство. Напишем, что это граната. Добавим столкновение с танком. Добавляем столкновение, пишем танк. У меня называется куб. Я его не переименовал. И теперь добавить. Так, правка объекта. Должно произойти удаление объекта. Вот так все это дело соединяем и смотрим, что дальше должно происходить. Вот этот танк, при столкновении, вот опять же, при столкновении с гранатой, граната. Отправляет сообщение красному танку. Так, вот это все закрываем пока. Отправляет сообщение кому именно? Танку с темой 1. И все это дело соединяем. Теперь красный танк должен получить сообщение. Добавляем ему сообщение. Так. Сообщение с темой 1. И он должен, правка объекта. Так. Удаление объекта. Должен удалиться. Ну, смотрим, все правильно подсоединил. Если да, то сработает. Жмем P английскую и поехали. Нет. Что-то я не то сделал. Надо вот этот красный танк. Он назван танк. Столкновение с гранатой, отправляется сообщение именно танку. Надо переименовать вот этот красный танк. Он и есть танк. Я не то поставил. Так, сообщение, удаление. Вот этот зеленый танк отправляет сообщение не групп, а именно танку. Вот танку он отправляет сообщение. Сейчас должно сработать. Жмем P английское. И вот танк исчезает. Теперь можно поставить так, что этот танк будет исчезать, а два появляться. Вот где-то в таком духе. Так. Все это дело можно теперь Escape и приблизить. Жмем P, выезжаем, подбираем гранату и все, наш противник повержен. Ну давайте еще раз
Если вдруг непонятно, я повторю. Обезьяна при столкновении с танком зеленым получает так: правка объекта, удаление объекта у нее стоит. Зеленый танк, вот этот зеленый танк, при столкновении с гранатой отправляет сообщение танку красному с темой 1. И вот этот красный танк, получив сообщение с темой 1, удаляется как объект. Вот такая штука. И бум, все работает. Все, всем пока, до свидания.